Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Торментум. Мы освободили даму, она дала нам за это монетку. Так, может быть, сходим. Ничего интересного. Так, разжечь костер. Наверное, получилось. А, вот что там нужно было. Да, сюда. И вот сюда. Две башки. Ой. Так, высекли искру и зажгли. Так, помещение теперь тепло. Это хорошо. Что нам это дает? Наверное, надо отправиться. Так, отверстие для ключа. Да, теперь есть. Огонь. Так, проткнули. Подогреваем. Шеф-повар достижение. Айда, кормить тварь. Чудовище проглотило отравленную наживку, теперь оно не побеспокоит. Кнопка заблокирована. А чем я могу разблокировать? Монеткой? Так, может, он мне подскажет что-нибудь? А вон туда можно пройти. Ну-ка. Сейчас осторожно опусти клетку вниз с помощью рычага. Я не могу опустить ее. Все заблокировано. Ну-ка, отправимся вниз. Так, мертвое чудище. С какой-то очередности надо убирать кости, что ли? Или собрать скелеты, допустим. Да, надо разобрать это в определенной последовательности. Не пришлось потом все это собирать. Он что-то нашел там.
Так, зеленый ключ. Угу. Изнутри этой твари. Давайте разрежем. Изумруд в форме слезы. Какая-то бумажка. День 12. Как я мог быть таким невнимательным? Ключ от сундука выпал прямо в лежбище. Кстати, я нашел лестницу, она поможет мне спуститься вниз. Сейчас стоит нужный момент, как эта тварь заснет. Проберусь и возьму свое назад. Изумруд. Может, сюда? Нет. Так. Вот от этой комнаты, может, ключ? Нет, не от этой. Тогда вперед. Сюда. Скульптура является предметом какого-то культа. Внизу виднеются еще другие. Кто они? А, вот отсюда это. Символ молота и алебарда. Возможно, мне это и пригодится, не? А, вот. Чё, ключ использовал? Нет, не использовал. От этой двери, наверное, ключ. Так, что это? Нужно найти недостающий элемент. А что там может быть? Хотите фонарик? Монетку. А, вот что нарисовано. А, кристалл туда, елки-палки. А пишет нельзя. Закидываешь, вон там. Хм. Непонятно. Ну, давайте отправимся еще ниже, может быть, получится. Охренеть, спящее чудовище. Зашибись. Только этого мне не хватало. Посмотри, что ты наделал. Ты разбудил чудовище. За тебя теперь плачет мой ребенок. Вижу, что тебя больше интересуют ворота за моей спиной. Я не удивлена, это ведь последняя преграда на пути к свободе. Они откроются только тогда, когда ты накормишь их тремя изумрудными слезами. Чаще всего они материализуются в местах, где собрано много страданий. Там ищи их. Посмотри на моего ребенка, разве он не прекрасен? Да я знаю, он не идеален. Знаешь ли ты, что жизненная лестница состоит из четырех ступеней? Детство, молодость, зрелость и старость. Мой ребенок слишком долго задержался на первой ступеньке. Чтобы он мог подняться на следующую, мне нужны три монеты жизни и смерти. Одна монета, одна ступень.
Я искал их везде, но тщетно. Помоги моему чаду, а я помогу тебе выбраться отсюда. Но у меня есть одна монета. Благодарю тебя за этот великий дар. Именно это было нужно моему чаду, и оно просит тебя о большем. Так. Монету я отдал. Что же делать все-таки с этим кристаллом? Изумрудная слеза. А, нет, это собаке надо скормить изумрудную слезу. Сюда нужен изумруд какой-то. Так, в самом низу, по-моему, ничего нету. Здесь вроде как... Тоже ничего нет. Здесь я кашеварил. А, может быть, паучиху выпустить? Ну-ка, заработает ли эта штука там, в самом низу? Нет, заблокировано все. Угу. Так, машина работает как надо. Но это все заблокировано. Ну, айда, может быть, к женщине. Она что-то скажет полезное. Здесь все поганые существа, и ты среди них. Несут свое наказание. Но поскольку ты для меня сделал услугу, сегодня отпускаю тебя. Понятно. Что-то я упустил. Шута, наверное, надо искать. Которого куда-то теперь заточили. Но тут больше некуда идти. Того чувака внизу тоже надо высвободить. Да здесь тоже ничего нет. Так, ну пойдемте к этому пацану внизу, что ли? А что там еще раньше-то? Здесь больше нечего смотреть. Это факт. Опусти клетку с помощью рычага. Блин. Боже. Спасибо тебе. Если нам вдвоем удастся выбраться из этого чертога, давай встретимся в моей хижине на пустыре. Там ты сможешь набраться сил для дальнейшего пути. Для безопасности будет лучше, если мы придумаем кодовый знак, благодаря которому я буду знать, что ты свой. Если ты зажжешь лампу, висящую в моей хижине, это будет для меня знак пустить тебя. А сейчас, в знак моей благодарности, я оставлю тебе золотую монету. Да, это не так много, но может благодаря ней ты сможешь купить себе путь на свободу. Удачного пути. Отлично, еще одна монета. Блин, как все элементарно было, а я что-то фигней страдал. Никого не убиваю, я иду против системы.
Благодарю тебя за этот великий дар, именно это, да? Так, ну... На пустыре. На каком пустыре его хижина? Понятно. Назад никак нельзя вернуться. Вот сюда точно никак не надо. Вверх по лестнице. Так, может, я что-то упускаю из виду. Где этого чудика искать? Вообще не представляю, кстати. Здесь я все взял, что можно было. И тут тоже. Может быть, эти гирьки можно как-то по-другому использовать? А, не все уже. Запутался. Хижина на пустыре. Так, скорее всего, мне что-то нужно делать вот с этими вещами. Здесь фонарь зажечь. Блин. Эти никак не крутятся. Эти тоже никак не крутятся. Сюда вверх по лестнице. Здесь
Найти недостающий элемент. А, смотрите, у меня есть накидка. Так, у меня есть накидка. У меня есть ключ. Нет. У меня есть накидка. Что с ее помощью можно сделать? А, вот этот череп смотрит. Вот. Наконец-то. Ага, вот там и символы как раз с картиной. Так, сундук. У-у-у. Нужен ключ. Подойдет? Так, вот кристалл. В мире есть такой вид страданий, который не выразить слезами, его даже не описать словами, поскольку такое страдание не может приобрести конкретной формы, оно становится изумрудом в форме слезы, опускается на самое дно сердца, как снег в самую тихую ночь. Тщеславие, надежды для нас уже нет, все давно потеряно. В пустоте без места и времени мы приговорены задавать себе вопросы, которые уже навсегда останутся без ответов. Загадки только приоткрывают нам последующие загадки, в то время как остатки нашего рассудка теряются в черной пустоте. Ты не видишь эту ужасную штуку, шутку? Пожалуйста, садись и посмотри, сколько неразгаданного. Попробуй найти правду среди этих нескончаемых вопросов. Ой, да... Что это? Что это? А я могу его крутить как-то? Видимо, нет. Или могу крутить? Нет. Этому место только здесь. Этому место не здесь. Одну загадку решил. Ах, вы негодяи. Такой фигуры нету. Такой фигуры не будет. Так, а если вот это сюда действительно поставить, то вот так вот. Так, уже не вылезает, да? Допустим, это вот так. Нет, тоже не то. Так, надо смотреть на уголок.
Почти, только в обратную сторону, похоже, делаю. Блин, нет, в обратную сторону не получается. Если он вот здесь вот. Нет. Обратно не то. То есть, если бы ее можно было повернуть, тогда получилось, а ее нельзя поворачивать, насколько я понимаю. Вот опять друг в сторону. Thank you.
Аллилуйя. Наконец освободился, как улитка, пытающаяся покинуть свою скорлупу. Теперь я могу расплыться в небытие. Шикарно. А я что-нибудь за это получу? Так, что у нас там было нарисовано? Топор, лук, меч, алебарда. Топор, лук. Лук влево, меч влево, алебарда вправо. Так. Хорошо, я повернул в нужном направлении. И что дальше? Там еще проход. Угу. Больше здесь ничего нету, да? Недостающий элемент. Лампа. О. Вот она, хижина этого чувака. Венок какой-то у него. Так, монетка, да? Отлично, третья монетка. Стыд от лапы. Королева приказала обезопасить комнату пыток от глаз зевак. То, что здесь происходит, я бы... Меня так выделили. Решено. Сегодня я стану коконом, чтобы затем стать красивой бабочкой. Понятно, наш друг спекся, короче. Не знаю, следовало ли его отпускать. Сразу убить. Так, дверь заперта изнутри. Ну что же, у нас есть кристалл, монетка, айда. Сюда кристалл запихнем сейчас. Пробудили титанов. Ломай, круши. Вызывай землетрясение, если у меня было несколько таких кристаллов. Так, ну, мы пойдем к этому уродцу. На тебе монетку. Благодаря этим монетам мой ребенок может теперь подняться на следующую ступень жизни. Это уже было. О, еще одна. Так, изумруд в форме слезы. Ну, три слезы, три башки. Это чудовище сейчас сдохнет. Ничего мне не угрожает? Ворота открыты. Передо мной бескрайний пустырь. Беглец. Кто ты и как тебе удалось оттуда выбраться? До сих пор я не встречал никого, кому бы это удалось выбраться из замка. Говоришь, ищешь статую с поднятыми руками? Я слыхал о нескольких таких. Одна из них находится в моей деревне в ледяных слезах. Ты не единственный, кто ищет это место. Многие были там до тебя и плохо закончили. Ты поймешь, что я имею в виду, когда попадешь на место, которое ищешь. А я пришел сюда за помощью. Моей деревне грозит опасность. Наступление метеоритных дождей предвещает грядущие страдания. К сожалению, путь в ледяные слезы должен пройти в одиночестве. Я слышал, что туда можно добраться также на поезде. Береги себя, это очень опасное место, полное безумных существ. А ты типа нормальный, да? Что там лежит? Колесо от вагончика. Ну что ж, друзья, мы выбрались из этого логова. Предстоит какой-то новый путь нам... Продолжим в следующей серии. Спасибо, что смотрели. Всем пока.